Поведенческий аудит. В корпоративной лексике это новое слово про безопасность. Уполномоченные по охране труда, специалисты и линейные руководители в Новозаполярном встретились, чтобы научиться приемам его использования на производстве. Это потому, что при выполнении работы группы безопасность зависит в какой-то степени от действий друг друга. Вы несомненно, вы выбираете одного работника. Наблюдение за работником в процессе трудовой деятельности и дружелюбное обсуждение с ним безопасных приемов на производстве – суть поведенческого аудита. Его используют прогрессивные западные компании, например, французская «Total». На схожей методической основе внедряют и в обществе «Газпром Добыча Ямбург». И здесь немаловажный аспект – все-таки психологический фактор. То есть на тебя смотрит не твой непосредственный руководитель, а это взгляд со стороны такого же грамотного специалиста, который понимает, правильно и может убедительно и доказательно сказать, где мои недоработки. Заместитель главного инженера по охране труда в качестве лектора постарался донести идею и ответить на вопросы, касающиеся одного из первых элементов культуры безопасности. Сотрудники наиболее крупных филиалов общества увлеклись темой, активно задавали вопросы, надеясь без задержки внедрить этот тип контроля на практике. Получить обратную связь от работников, которые будут выполнять эти вещи, и на основании этого доработать наше положение для того, чтобы оно было именно наше, родным, адаптированным к нашим условиям и именно понятно для всех наших работников. Задача поведенческого аудита – уменьшить число микропроисшествий на производстве. Его так называемая обкатка пройдет в течение года, а с 1 января 2019 появится новое положение, в которое, по мнению организаторов, войдут идеи, адаптированные к местным условиям. Дмитрий Дугинов, Эдуард Баркалов. Заполярное месторождение.